тебя были какие-то мурашки по коже? Все-таки вот Тони Кросс, вот Варан, потом вышел Модрич, и против них Хельзат Ахметов. Мурашек не было на поле, но перед гимном Лиги Чемпионов было хорошее чувство. Можешь ли ты сказать, что это был пока самый главный, самый важный матч в твоей карьере? Возможно, скорее всего, да, это самый важный матч. One, two.